Она была поистине роковой красавицей, потому что любовь к ней причиняла страдания. Она была настоящей музой, вдохновляла на создание книг, ароматов, платьев. И фотографов вдохновляла тоже. Кто лучше всех сможет передать ее почти неуловимую, ускользающую, но при этом ошеломляющую красоту? Русская аристократка, французская манекенщица, американская актриса, княжна Натали Полей оставила заметный след в истории. Когда Натали была маленькой девочкой, она больше всего любила запах роз в тенистом уголке сада при особняке, в котором она выросла, в фешенебельном парижском пригороде Булонь-сюр-Сен. Розы были красные. Иногда Натали срывала одну и относила в свою комнату, оставляла рядом с собой на подушке, чтобы дышать ее ароматом, засыпая. Она была абсолютно счастливым ребенком. Обожающие родители, любимый брат Володя и сестра Ирина, обеспеченная жизнь среди роскоши и никакого сомнения в том, что так будет всегда. Огорчения мимолетны, а повседневность щедра на радости. Пройдет всего 10 лет, и Натали утратит интерес к ароматам, а красный цвет возненавидит, даже если это цвет роз. И она больше не будет ждать от жизни радости, но зато выработает в себе феноменальное бесстрашие перед ударами судьбы. В те годы, когда Натали еще любила красные розы и была уверена в своем безоблачном будущем, она не подозревала, отростком какого величественного и сложного семейного древа стала ее собственная жизнь. И в результате какого масштабного скандала она появилась на свет. Ее отец, великий князь Павел Александрович Романов, приходился младшим сыном государю Александру II. Первая его жена, Александра Георгиевна, принцесса греческая, родила ему дочь Марию и сына Дмитрия, и вторыми родами умерла. Павел Александрович был вне себя от горя. Дети воспитывались в семье его брата, великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны Романовых. А Павел Александрович утешение нашел в любви красавицы Ольги Валерьяновны Пистель-Корс. Дама была замужем за адъютантом еще одного из его братьев, великого князя Владимира Александровича. От мужа у нее было четверо детей, но это не помешало слухам о том, что у нее роман с его начальником. А потом всплыла и правда. Да, роман с Романовым, но с другим. Павел Александрович больше не мог скрывать ни чувства, ни сам факт близких отношений с Ольгой Валерьяновной. Когда она в 1896 году родила сына Владимира, мальчик хоть и был записан под фамилией Пистель-Корс, но все в обществе знали, что его отец – великий князь Павел Александрович Романов. Он настоял на том, чтобы Ольге Валерьяновне разрешили развестись. При этом поклялся государю Николаю II, своему внучатому племяннику, что не женится на ней, но нарушил клятву, сбежал в Европу и обвенчался. Это обернулось скандалом и позором для семьи Романовых и бесконечным счастьем для влюбленных. Младшая сестра Николая II, великая княгиня Ольга Александровна, в мемуарах писала: «Несомненно, последнее поколение способствовало крушению империи. Все эти критические годы Романовы, которые могли бы быть прочнейшей поддержкой трона, не были достойны их звания или традиции семьи. Слишком много нас, Романовых, погрязло в мире эгоизма, где мало что имело значение, кроме бесконечного удовлетворения личных желаний и амбиций. Ничто не удовлетворит это лучше, чем пугающий брачный беспорядок,
в которой включилось последнее поколение моей семьи. Эта цепь домашних скандалов не могла не шокировать Россию. Но кто из них заботился о впечатлении, которое они производили? Никто. Возвращаться в Россию Павлу Александровичу было запрещено, но он и не стремился к этому. Снял особняк, где в 1903 году родилась дочь Ирина, а в 1905 – Наталья. От баварского регента Луитпольда Ольга Валерьяновна и ее дети получили титул графов фон Гогенфельзен. Европейский высший свет принимал Павла Александровича и Ольгу Валерьяновну как принца и принцессу Романов. Это были лучшие годы в жизни семьи. За это время в далекой России погиб от бомбы террористов великий князь Сергей Александрович. А старшая дочь, Мария Павловна, практически не помнившая отца, вышла замуж за принца Вильгельма Шведского. И на похороны брата, и на свадьбу дочери Павлу Александровичу дозволено было прибыть, но без семьи. Его жене и детям разрешили вернуться в Россию незадолго до Первой мировой войны. Павел Александрович приобрел особняк на английской набережной в Петербурге, выстроил роскошную дачу в Царском селе, и Ольгу Валерьяновну, Владимира, Ирину и Наталью начали принимать как членов семьи Романовых. Правда, эту фамилию им не пришлось носить. Русский княжеский титул и фамилию Полей они получили только в 1915 году. Во время войны зваться графами фон Гогенфельзен жене и детям русского князя было уже неловко. По воспоминаниям близких, Владимир и Ирина были тихими, мечтательными детьми, а Наталья с детства поражала яркостью и очарованием. И хотя они с сестрой были очень похожи, на фотографиях иной раз и не отличить, Наталья считалась ослепительной красавицей, а Ирина – просто привлекательной девочкой. Ольга Валерьяновна всегда воспитывала дочерей как истинных княжон, а в России у них появились образцы для подражания. Для маленькой Натальи Полей идеалом стала великая княжна Татьяна Николаевна Романова, вторая дочь государя Николая II, самая строгая и внешне холодная из четырех царских дочерей. Наталья характером была похожа на мать, но обожала отца и брата. Она восхищалась стихами, которые писал Владимир. И когда произошла революция, уничтожившая весь привычный мир Натальи Полей, спалившая разом и радость жизни, и безоблачное будущее, девочка продолжала восхищаться старшим братом, его принципиальностью. До нее дошли слухи, будто арестованный с другими князьями Романовыми молодой офицер Полей мог бы быть освобожден, если бы отрекся от отца и от царя. Но он остался верен чести и присяге. О том, что Владимир закончил свою жизнь в шахте под Алапаевском, куда был сброшен 18 июля 1918 года вместе со своими родственниками, семья узнала только, когда белые взяли Екатеринбург и Алапаевск. Отец ненадолго пережил сына. Великий князь Павел Александрович был дважды арестован и дважды стараниями решительной Ольги Валерьяновны освобожден. Но после третьего ареста его расстреляли в Петропавловской крепости приблизительно между 24 и 29 января 1919 года. Точная дата неизвестна. Ольга Валерьяновна с тремя дочерьми Ирины, Натальей и рожденной от первого брака Марианной находилась в Царском селе под домашним арестом. Позже, уже во Франции, был пущен слух, будто все девушки, включая 13-летнюю Наталью, были изнасилованы большевистскими бандами. И якобы именно это объясняло холодность Натальи,
которая во всех своих будущих любовных романах духовные отношения предпочитала телесным. Но эта ужасная сплетня явно противоречит воспоминаниям Ольги Валерьяновны о том, с каким уважением относилась к ним охрана во время домашнего ареста. Сама княжна Наталья Павловна Полей, уже ставшая известной моделью, в одном из интервью говорила: «В 12 лет я носила хлеб отцу, сидевшему в тюрьме. Могла ли я быть такой же, как мои сверстницы? Я всегда молчала, не любила играть, зато очень много читала. Смерть подошла ко мне совсем близко. Были расстреляны отец, брат, кузен, дядя. Кровь всех Романовых темными сгустками запеклась на моем детстве. Я полюбила все, что источало печаль. Полюбила поэзию, ледяное и огненное преддверие смерти. В скором времени я нашла со сверстницами общий язык. Они стали относиться с уважением к моим странностям». Когда не стало ни мужа, ни сына, княгиня Полей с дочерьми через Финляндию перебралась во Францию. Им удалось вывести много драгоценностей. К тому же предусмотрительный Павел Александрович оставил семье счет во французском банке. Бедность семье не грозила бы, если бы не роскошные привычки Ольги Валерьяновны. Она тратила деньги так, словно все богатства Романовых все еще были для нее доступны. Но страдания из-за участи мужа и сына не прошли для нее даром. Она тяжело болела. Был момент, когда совсем еще юные Ирина и Наталья боялись, что останутся круглыми сиротами. Великая княгиня Мария Павловна Романова, встретившаяся со своими единокровными сестрами в Париже, отметила их особенную замкнутость и безразличие ко всему. Она писала: «В свой срок они, конечно, перерастут это настроение, будут радоваться жизни, как и полагается их сверстникам, но навсегда останется озабоченность существованием, и никогда из глаз не уйдет затаившаяся печаль». Возможно, из-за материальных затруднений, которые постигли и семью Полей, но, быть может, из-за того, что жизнь ей казалась бессмысленной и скучной, Натали, теперь ее иначе не называли, решила разделить участь многих русских аристократов. Она стала манекеном. Так в те времена называли красивых девушек, демонстрирующих новые модели одежды. Сначала она работала в модных домах, открытых русскими аристократами – Ирфе, князей Юсуповых, и Итебе, принадлежащим баронессе Елизавете Гойниген-Гюне. Натали быстро стала самым популярным манекеном в Париже, и некоторые из посетителей приходили не для того, чтобы посмотреть на платье, а чтобы увидеть Натали Полей. Ирина Полей в 1923 году вышла замуж за князя Федора Александровича Романова. К Натали сватались, но она отказывала всем, хотя не скрывала, сколько удовольствия доставляет ей, когда ею любуются, восхищаются, когда отдают должное ее красоте, а тем более ее уму, ценят ее как собеседника. Младшую из сестер Полей интересовали мужчины необычные, интеллектуальные, творческие. Происхождение же не имело для нее никакого значения. Натали Полей познакомилась с Габриэль Шанель, и та в 1926 году рекомендовала ее в модный дом Люсьена Лелонга. 36-летний Лелонг был ослеплен совершенством 20-летней Натали, ухаживал за ней и добился согласия на брак. Для ее матери это было страшным ударом. Все родственники были шокированы. Газетчики иронизировали относительно брака между русской княжной и французским кутюрье так: ножницы подровняли княжескую корону. Но Натали и Люсьен были вполне довольны. Счастливы? Нет.
потому что Натали никогда не любила своего мужа. Ей просто было с ним интересно. Ей нравилось, что она стала его музой, что отныне модели платьев и духи Люсьен посвящал ей. Возможно, самым главным для Натали было то, что рядом с Лилонгом она обрела свободу для знакомства с другими мужчинами. Нет, страстной она не была, и большинство ее романов, скорее всего, остались платоническими, что и породило слух о насилии, которому она подверглась в большевистской России. Натали интересовала духовная сторона любви, тот восторг, который она может вызвать в мужчине, а восхищались ею все, кто ее видел. Анри Бернстен писал о ней для журнала Vogue. До обеда в лыжном костюме, с короной золотых кос на голове, она напоминала юного лучника, хрупкого и торжествующего. 2 часа спустя в пленительном черном удлиненную, утонченную вазу, которая вот-вот станет совершенством и застынет навсегда. Пока была жива Ольга Валерьяновна, Натали хотя бы соблюдала видимость благопристойности. Но княгиня Полей умерла после того, как в СССР был устроен аукцион личных вещей из особняков ее мужа. Она пыталась судиться за право собственности на эти вещи. Она отдала последние средства на адвокатов, а когда проиграла, сдалась болезни. Ее не стало в ноябре 1929 года. Без матери Натали больше не чувствовала себя обязанной хоть в каком-то смысле соответствовать образу русской великой княжны. Она стала появляться в ночных клубах и на карнавалах. Ее видели пьющей водку и сидящей в ресторанах с мужчинами, которые явно сгорали от страсти к ней. Она флиртовала, и ей приписывали измены. В нее был влюблен французский писатель Поль Моран. Натали играла с ним в любовь, как он жаловался друзьям, ласкала его раскаленным железом, а потом призналась: «Я люблю тебя в той же мере, в какой не хочу тебя». В нее был влюблен Серж Лефарь, гениальный танцор, любовник великого русского антрепренера Сергея Дягилева, идеолога и организатора русских сезонов, которые сделали модным все русское. Лефарь оставался подле возлюбленного во время его последней болезни и до кончины, несмотря на то, что Дягилев ждал другого и тосковал о другом. Лефарь регулярно посещал могилу Дягилева на острове кладбище Сен-Микеле. С Натали он познакомился, как утверждают, именно возле могилы 19 августа 1930 года, на годовщину смерти Дягилева. Горе Сержа было еще острым, но столь же острым было для него творческого человека восприятие красоты. Современники не сомневались в том, что Натали Полей и Серж Лефарь – любовники. Возможно, она действительно смогла стать единственной женщиной в его жизни, от которой он буквально сходил с ума. Но если физическая близость между ними и существовала, то недолго. Натали отвлеклась на других поклонников, и Сержу оставалось лишь одно – быть ее другом, чтобы иметь возможность говорить с ней и любоваться ею. Лефарь говорил о Натали, она была самым красивым оружием в мире. Он считал, что любовь к Натали может быть такой же смертельно опасной, как оружие. В 1932 году Серж Лефарь познакомил Натали с Жаном Кокто, гениальным драматургом. И для Кокто единственной женщиной в жизни тоже стала она, Натали Полей. Только на этот раз она испытывала больше чувств, потому что Кокто был самым необыкновенным человеком из всех, с кем ей к тому моменту довелось познакомиться. Она признавалась: «Жан свел меня с ума своим остроумием и шармом». Она писала ему: «Ты всегда был для меня особенным, необыкновенным.
Твоя любовь и гений озарили мою жизнь. Остановившись рядом со мной, ты помог мне вырасти и воспитал меня. И как то отвечал с той же нежностью и откровенностью. Я переродился целиком и полностью. Я тебя обожаю, и это неодолимая сила. Если ты любишь меня, это вторая неодолимая сила. И что тут можно предвидеть? Смешно? Наши звезды позаботятся обо всем. Они не хотят, чтобы вмешивались в их работу. Я полностью доверяюсь тебе. Как то впустил Натали в свою душу и отдал ей в руки свое сердце. И она буквально испепелила его, когда забеременела и решила сделать аборт. Ее карьера была на взлете. Она начала сниматься в кино. Она совершенно не хотела портить фигуру. И детей не хотела. Многие считали, что именно с тех пор Жан Кокто начал испытывать к женщинам недоверие и страх. Он любил еще не раз, но больше среди его любимых не было ни одной женщины. Как относился к изменам Натали ее муж? Терпеливо и смиренно. Возможно, он считал, что по-настоящему и недостоин ни ее красоты, ни ее ума, ни ее аристократизма. Или просто очень боялся потерять Натали, пытавшись предъявить на нее права и как-то ограничить ее свободу. Люсьен Лилонг создал парфюм, который посвятил своей неверной жене. Название словно захлебывающаяся жалоба влюбленного. «Элли, Элли, она, она, она не любит меня, но никто не может сравниться с ней. Она, она, как она меня мучает, но, быть может, она вернется ко мне, когда устанет от всех этих мужчин. Быть может, у нас еще есть будущее, ведь она совершенство, и я не могу жить без нее». Сразу после развода с Лилонгом Натали уехала в Америку. Снималась в кино, позировала как фотомодель, вышла замуж за театрального продюсера Джона Чалмана Уилсона. В Соединенных Штатах Натали Полей пережила два самых серьезных любовных увлечения в своей жизни. В 1942 году она познакомилась с французским писателем Антуаном де Сент-Экзюпери. Он был женат на Консуэло Гомес Карильо, но Натали говорил о ней: «Мы давно живем врозь». Многие исследователи творчества Сент-Экзюпери считают, что прообразом Розы в повести «Маленький принц» стала не Консуэло, хотя позднее она решительно заявляла об этом, а Натали Полей, ведь любовь к ней пришлась именно на период написания «Маленького принца». Антуан писал Натали дивной красоты письма. «Впервые за много лет я закрыл глаза, ощутил покой в сердце. Мне больше не нужно искать дорогу. Я всегда закрываю глаза, когда счастлив. Так закрываются двери житниц, переполненных житниц. Ты во мне благодатный хлеб. Да, я сделаю тебе больно. Да, ты сделаешь мне больно. Да, мы будем мучиться. Но таков удел человеческий. Встретить весну – значит принять и зиму. Открыться другому – значит потом страдать в одиночестве. Как нелепы телефонные звонки, телеграммы, возвращения на скоростных самолетах. Люди разучились жить ощущением присутствия. В XIII веке моряк-бретонец ни на миг не разлучался с невестой, что осталось ждать в далекой Британии. Она просто была рядом с ним. В час отплытия к мысу Горн он уже торопился к ней. «И я, не боясь нажить непоправимое горе, предаюсь радости. Благословенная грядущая зима! Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Не хочу больше ровных дней, не ведающих о временах года. Не хочу бессмысленного вращения земли,
которая не ведет никому, ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимы, как свет. Ничего, что сейчас все в разладе. Будьте светом, взрастите дерево. Любимая моя, так давно я не произносила этого слова. Оно сладко мне, как новогодний подарок. Знаешь, вчера вечером я почувствовала себя рабочим из черного до копоти предместья, который вдруг увидел перед собой луг и ручей с белыми камешками. Я тут же зажмурил глаза, чтобы сберечь чудесное видение. Свежий мой ручеек с белыми камешками, поющая вода, моя любимая. Любовь моя, поверьте, что на самом деле я попрошу у вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. Еще света, молочного и медового, которым вся вы светитесь, расстегнешь ваше платье, и сразу рассвет. Рассвет, моя радость, моя любовь, мне необходимо насытиться вами. Знаешь, желание, оно не уснуло. Мои помыслы не так уж невинны. Стоит тебе положить руку мне на лоб, как я схвачу ее, и ты попалась. Будь настороже, я хитер и коварен. Лежу с закрытыми глазами, чтобы придать тебе смелости. Но на самом деле я их только прикрыл и сквозь ресницы наблюдаю за тобой. Если ты подойдешь к постели слишком близко, я обхвачу тебя обеими руками, словно дерево, и не упущу сладких плодов. Мне так нужна ложбинка у твоего плеча. Я прижмусь к ней щекой. Натали первая прекратила переписку. Никто не знает почему. В 1943 году Антуан де Сент-Экзюпери вступил в ВВС сражающейся Франции, а летом 1944 года погиб, выполняя разведывательный полет. У Натали к тому времени уже начался роман с другим выдающимся писателем, с немецким изгнанником Эрихом Марией Ремарком. Познакомились они еще в 1940 году, когда Ремарк был влюблен в Марлен Дитрих, которую называл Пумой. Но уже тогда он заметил красоту Натали и записал: «Наташа П. Прелестное лицо, серые глаза, стройна, как подросток. Плавное начало, какие-то слова, легкий флирт, нежная кожа, лица и губы, неожиданно требовательные. Красивое, чистое, сосредоточенное лицо, длинное тело, египетская кошка. Впервые ощущение, что можно влюбиться и после Пумы». Роман с Ремарком был самым долгим в жизни Натали Полей. Он называл княжну лучом света среди кукол и обезьян. Он писал: «Наташ, твой голос был слышен по телефону так ясно, будто ты находилась в соседней комнате. Я слегка прикрываю уши, дабы продлить его звучание там, в моих мечтах, и вижу твои серые, дивные, вопрошающие кошачьи глаза». Они часто ссорились и мирились, расходились и сходились снова. Ремарк обессмертил Натали, списав с нее Наташу Петрову в своей книге «Тени в раю», где, кстати, несколько раз отметил, что красавица Наташи совершенно все равно, чем от нее пахнет: сигаретами, водкой, луком или чесноком, мужским одеколоном, случайно подвернувшимся под руку в чужой ванной комнате. Только волосы ее неизменно благоухают кипарисом. Но даже это безразличие к ароматам он описывает так, что оно кажется частью особенного очарования этой непостижимой русской Наташи, равно как и ее резкость, из-за которой ее так трудно было любить. Нередко звучал такой диалог: она всех злит, сама того не желая. Разве она не русская? Родилась во Франции, почему ты спрашиваешь?
Я довольно долго жил среди русских эмигрантов и заметил, что их женщины из чисто спортивного интереса задирают мужчин куда чаще, чем рекомендуется. Ремарк был первым мужчиной, который сам оставил Натали. Прежде все романы завершала она, а теперь то ли устала, то ли привязанность к нему глубоко проросла в ее душу. Но в 1951 году Ремарк познакомился с актрисой Палет Годдар, в которую влюбился настолько, что поспешил жениться, чтобы удержать ее возле себя. Натали Полей вернулась к Джону Чалману Уилсону, боролась с его алкоголизмом, потом тоже начала пить. Похоронила мужа в 1961 году и осознала, что осталась совершенно одинокой. Была еще жива ее сестра Ирина, вторично вышедшая замуж, вырастившая детей. Но Натали так давно не общалась с ней, была так далека от ее жизненных ценностей и интересов, и к тому же слишком горда, чтобы первой сделать шаг навстречу. Ирина, по-прежнему жившая в Париже, тоже не пыталась сблизиться с сестрой, с которой ее разделял океан. И, возможно, большим препятствием, чем океан, были много лет непонимания и обид. Натали впала в глубокую депрессию и на 20 лет затворилась в своем особняке, не отвечая на письма. А в последние годы даже к телефону подходила редко. В 1981 году она упала и сломала шейку бедра. Врачи приговорили ее к неподвижности. И тогда она приняла огромную дозу снотворного. Утверждают, что последними словами Натали Полей были «хочу умереть с честью». Возможно, это легенда, но красивая и достойная этой блистательной женщины, вдохновлявшей мужчин на создание книг и ароматов.